Владимир Шарыпов встретился с директорами школ и детских садов. Цель встречи – обсудить проблемы, с которыми сталкиваются руководители учреждений, и попытаться найти пути их решения. Владимир Шарыпов сообщил, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, мэрия будет поддерживать молодых специалистов социальной сферы. В ближайшее время на рассмотрение городской думы будет вынесен вопрос о выплате компенсации работникам бюджетных учреждений на оплату частных садов, чтобы молодые мамы как можно скорее вернулись на работу из отпуска по уходу за ребенком. Компенсация может достигать 9000 рублей. Такая мера, по мнению главы города, позволит снизить остроту кадровых проблем. Речь идет о сотрудниках учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики, чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет будут посещать негосударственные дошкольные учреждения. Образование города Иваново, особенно средних школ, детское дошкольное образование, одно из лучших точно в Центральном федеральном округе, я думаю, что одно из лучших в России. Поэтому на эту тему мы, как чиновники, я думаю, что должны даже не дышать, чтобы не сломать сложившуюся систему, а должны ее как-то грамотно оптимизировать и, соответственно, так, чтобы директора школ видели, что мы работаем именно на них, а не они на нас, как на администрацию.